Бойтесь людей, что хотят вас облапошить. Очень хотелось это сказать. Привет, зритель. Ну да, со мной на днях что-то такое было. Но сейчас будет обзор еды, покупок еды. Давно не обозревала, оказывается, людям это надо некоторым, так как поток зрителей у меня разносторонний, так же, как сам канал. Кому-то нравится одно, кому-то другое. Вот в этой сумацкая. Ручной работы не моей. У меня есть... Кстати, покупала в Магните, хотела карту обналичить баллами, но у Магнита все хорошо, но приложение стабильно глючит. И при баллах набрать, как теперь понятно, уже и снять, тоже иногда глючит. В общем, не сложилось у меня, там у меня где-то 41 рубль, что ли, валяется. А я весь такой все еще без денег. Да еще на днях слегка облапошенный. Короче, мастер блеск, перчатки предназначены для защиты рук, удобные, долговечные. Все они так пишут. Но у меня стабильно что-то. Вот у меня были перчатки Селеста, но больше я их не видела. Они у меня, естественно, умерли. Точнее, им кот помог немножко еще. В общем, если бы кот им не помог, они бы, может, подольше прожили, но жили они долго и счастливо. Короче, у меня стабильно протирается вот на этом пальце. Перчатковый палец. Или вилкой протыкаются какие-то из них. А вот Селеста больше не видела. В общем, я купила. Эх. У меня тут два чека, один за вчера, но я ничего не обозревала вчера, один за сегодня. Перчатки Мастер Блеск, 39,90. Вообще, мне все вышло на 151 рубль 36 копеек. Чем будут перчатки. Тут у нас латекс, размер М, сделано в ноябре, одна пара, Китай. Я помню, у меня кто-то просил СМР пошуршать резиновыми перчатками. Благодаря тому, что кто-то просил, я не знаю, видно, наверное, эти огурцы, а может и не видно. Ну, при монтаже увижу. Короче, вот там у меня огурцы. Здесь один из которых, у которого три огурца, у одного листик сожрал. Тише, перед тем, как я пересадила. Короче говоря, в общем, этот... не знаю, вот это вот видно, не видно, вот эта вот фигня пенопластовая, благодаря тому, что я эту пенопластовую фигню хранила в одном пакетике, там еще какие-то шуршашки, пакетик для СМР, у меня еще там какой-то пакетик или коробочка есть, ну и, короче говоря, вот в этой пакетике для СМР, как мне тетя как-то пришла, сказала, а ты больше не шуршишь, я так вылупилась на нее, я думаю, что уже где-то, наверное, говорила про это, вылупилась, шуршишь, короче говоря, благодаря тому, что я собирала всю эту хренотень, которая может один раз обозреться, пошуршаться, а потом выкинуться, в какую-нибудь переработку. Я обнаружила там резиновые перчатки. По типу таких. Желтенькие тоже. И вспомнила, что, оказывается, меня когда-то просили, я вроде как даже собиралась. Но вот эти более плотные, короче, я не знаю, то ли они просто как-то у меня вымокли изнутри, то ли они где-то промокают. Короче, в общем, и лежат там эти перчатки. Сегодня вот я купила. Все время путаю. Размер М, мне казалось, размер М, вот солнце вышло. В общем, или это китайцы такие сказочные, или русские люди такие же не менее загадочные. Короче, как-то я покупала русского изготовления размер М, еле на вес. Как-то купила размер S, он был размером с М. Вот этот размер М, он велик. В общем, перчатки. Мякните мне в комменты потом. Что там надо, если я не найду, сама насчет перчаток сделать. Я, может быть, на неделю сделаю. Короче, перчатки. У меня есть манго, которую я вчера покупала. Я сейчас даже скажу, вот так я ездила. Вообще, я поехала в сад открывать парники, потом поехала до Афони в центр, но Афоня был закрыт. И так коту надо было корм, все съел. Вообще все. Я думала, ему до конца недели еще хватит. Ну, я подумала, что, наверное, надо ломануться вот так. В общем, что-то, видимо, все-таки... Вот 20 километров – это нормально, а около 30, потому что все вот эти вот переходы, как я там ехала, с какими-то кругалями, в общей сумме так вышло, солнышко совсем вылезло. Короче говоря, в общем, не то чтобы... Ноги у меня не болели, но у меня опять случились какие-то мышцы в некоторых местах. Купила я коту вчера корм, он там слегка подорожал. Так вот, там был, короче, манго спелая, я хотела чисто цену уточнить. Там было 263 с копейками. У нас, по-моему, в Магните за килограмм. А в Магните у нас продается манго, но ни хрена не спелая. Сейчас осторожненький будет. Нет, он не задел камеру, на мое счастье. Короче, там было
манго очень спелое. Я его даже вчера, как пришла, очистила и сделала сразу с другими фруктами пюрешку фруктовую. Здесь у нас манго 269, наверное, за килограмм магнитим. Но оно очень неспелое. Оно то было зеленое, мягкое, сладкое. Оно, знаете, оно мне почему-то землянику напомнило. А это оно зелено-красное, зелено-желтое и такое твердое. 300 лет будет лежать. У меня такое вот лежит, но уже созрело. Но так как то было совсем зрелое, то, которое у меня дозревало, я вот сегодня только буду доделывать. Решила по чеку сравнить цену, потому что там в Ашане был манго, авокадо был в два раза меньше вот этого, ну, другого немножко сорта. И он, короче, стоил 58 за штуку с копейками. Тут у нас 259 рублей килограмм авокадо. И у меня вышло на 70 рублей 45 копеек. Сейчас скажу, сколько тут грамм у нас. Ну, 272 грамма. В общем, вот. Он был самый... Ну, там было три таких довольно мягких. Один даже был немножко черненький. Один был какой-то странно черненький. А вот этот был самый меняемый. Тип-топ. Паранойя Клюля. По стиралкам. У меня тут на днях стиралка стирала на бережной... Первый раз вообще такое было. На бережной стирке синтетика мою куртку розовую с капсулой Ариэля. И стирала в итоге не час, там, допустим, 25, а почти 3 часа. У нее что-то какие-то заедоны были, закидоны, шланг конвульсировал. Я думала, что она сломалась. Потом прошло какое-то время, все ништяк было. И тут я на днях тоже, ну, может, неделю назад стирала опять. Уже на просто синтетической стирке. И был тот же прикол, только стиралось оно в итоге 2 часа со всеми прыжками с бубном. Ну, допустим, должно было 1:25, а стиралось 2, потому что оно заедало исключительно где-то между сливом, отжимом и еще чем-то. Первый раз у меня было совсем без отжима, пришлось отжимать руками. В этот раз у меня было все-таки отжалось, оно на любой стирке, на паузу ставило, на полчаса отходило. Короче, в общем, очень долго оно все это было. По времени стирала. Ну, хотя вот если взять, то оно стирало на самом деле 4 часа, потому что я ставила на паузу, выключала, ждала, когда там это все. И сейчас у меня подумала я, что может быть этот глюк чисто из-за капсулы Ариэля. Сейчас хлопковые, там немножко даже этой аленовой шмоточки, бело-розовые шмотки стираю этой капсулой тестовой. Еще думаю, надо что-нибудь такое постирать этой капсулой тестовой, посмотри, как будет. И внезапно обнаружила, что в моей стиралке можно нажать на кнопочку температуры. И не знаю, как на других, но вот на хлопке, где 40 стоит градусов, можно выбрать 30 градусов. И мне как раз надо было эти 30 градусов, и я вот нажала, у меня, кажется, 30 градусов. Но стирается на, сейчас скажу, на 8 минут меньше. Я сейчас услышала просто какие-то такие звуки, но на самом деле это не те звуки, которых я боялась. Все ништяк. Надеюсь, это все-таки было, как у меня ближние люди считают, из-за подачи воды, потому что иногда у нас бывает такое. Первый раз, когда у меня эти глюки были в стиралке, там песочек еще из шланга шел, хотя никакого песочка не должно было быть. Ну, как раз вот было, когда лед стаял, и вода пришла с Волги с песочком. Короче, продолжим мы этот. Так как у меня дома был вот здесь, я-то сейчас на балконе, ну, вообще, в смысле, у меня был, оставалось манго одной и яблоко. Вчера целое манго вообще удела. И, слушайте, вот именно пюре я заметила, хоть я в стриме тут ела пюре, но вот самое сытное пюре, где в составе есть манго. В общем, сам манго все очень даже сытный, там у меня немножко оставалось на этой косточке, я ее обгрызла. Ну, то, что было возможным, и вообще не есть ничего, долго не хочется. Прям как мате, если попил. Короче, так как на пюрешку у меня осталось только яблоко и манго, то я вот купила там себе пару бананов, киви что-то мне не понравился, он какой-то, но я подумала, что это... В прошлый раз у меня был апельсин еще в довесок. Но в этот раз, в общем, я увидела что-то из всех груш. Была вот эта, я взяла, она такая мяконькая. Я думаю, надо ее взять. Сейчас скажу, что за груша, заодно узнаю. Груша Вильямс. В общем, что-то я, видать, прониклась с грушами Вильямс. Она желтенькая в этот раз и мяконькая. Завес она у нас тут, ну, у меня выслала на 138 грамм, 16 рублей 96 копеек, и за килограмм 122,90 она. И бананы у нас внезапно подешевелись, были 76, 75, 74, что-то такое, сейчас 69,90. Вышли они у меня на 344 грамма и 24 рубля 5 копеек. Два банана желтеньких.
Это вот все мои покупки. Но такие авокадо. Иногда даже в Ашане бывает хорошее и спелое. И вполне себе... Ну, оно у меня вышло тогда на 114 рублей 45 копеек вчерашнее. Не, не авокадо, пардон, манго, я его путаю. В общем, просто как-то я покупала авокадо в Ашане. Оно такое порошное было. И недозрелое. Потом у меня вроде как созрело, но внутри было все черное. В общем, какое-то... Ну, мне не нравится. Что-то еще покупала, какие-то фрукты в Ашане. Вот свежие именно, как вот... Ну, какое-то не то. Вроде все берется, по идее, с одной базы, но выглядело это так, будто... Не знаю, что туда добавляли. А тут внезапно вот манго оказалось очень даже ничёшное. Так что вот такие дела. Обзор еды. Всем спасибо за просмотр. Всем хороших соседей. Внезапно что-то вдруг. И всем пока!